труду и обороне чиновники официально готовы. Подведены итоги спартакиады ГТО среди муниципальных и госслужащих. Спортивные состязания по 10 видам – бегу, подтягиванию, отжиманию, прыжкам, стрельбе, плаванию и другим – проходили в регионе в конце сентября. Участие в них приняли около 600 работников администрации всех муниципальных образований и сотрудники исполнительных органов госвласти региона. Оценивались спортивные успехи по 100-бальной системе. По итогам испытаний первое место среди муниципальных служащих заняла команда Ивановского района. Серебро завоевала сборная мэрии областного центра. Бронза удостоены чиновники Родниковского района. Победу в командном зачете среди исполнительных органов власти одержал департамент строительства и архитектуры. Второе место заняла команда ведомства молодежной политики и спорта. Третьими стали сотрудники аппарата правительства.